Сегодня очень важный день. Важный день не только в жизни города Белев, это важный день в жизни области, в жизни всей страны. Сегодня мы открываем новый вечный огонь на территории Тульской области. Это новый вечный огонь, который появится на территории области за последние 25 лет. В прошлом году в поселке Первомайский Щекинского района мы восстановили вечный огонь, который был первый установлен в Советском Союзе, из которого началась традиция вечных огней. Это очень хорошая традиция. Традиция памяти. Традиция уважения. Традиция гордости. Гордость возвращается. Для нас, белевцев, сегодняшний день, это войдет в историю. Это будет исторически знаменательный день. Мы, ветераны, очень довольны, гордимся, что благодаря руководству области, благодаря нашего губернатора, значит, вот дошла очередь до нашего Белева, что мы сегодня зажжем огонь. Памятный огонь. Огонь – это вообще вечность. И всегда будет напоминать всем поколениям о том, что здесь происходило в далекие годы. Хотя прошло почти 70 лет после окончания войны, но никто не забывает, кроме нас, конечно, участников войны, но и подрастающее поколение тоже из наших рассказов знает, что такое война. И не хочется, чтобы эта война продолжала или возникала вновь. Хочется только мирного неба. Я с честью могу доложить ветеранам, белевцам, что ваша просьба, в прошлом году озвученная в эти же майские дни, о зажжении вечного огня на территории города Белева выполнено. Работники газовой отрасли на славу постарались, подведя в кратчайший срок газ, сделав этот мемориал, заказав и изготовив вот эту великолепную современную газовую горелку. Восстановление этого сквера приняло участие много неравнодушных людей, много неравнодушных коллективов, в том числе и белевских. И я благодарен всем, кто принял в этом участие. Замечательный сквер получился, белевцы. Я думаю, что вам будет теперь отрадно приходить сюда и поклоняться всем своим предкам.